Ань. Привет. Привет. Слушай, а что ты... Ань, подожди, пожалуйста. А что ты не звонишь, блин, тебе звонила, трубку не берешь? Ой, я не слышала. Потом дома посмотрела у себя там. Что, с друзьями, что ли, было? Ну да. А ты что делала? А я с Цыпиной в кино ходила, потом к Шишкову заходили, что-то проведать. Ну и что, как твоя Шишкова? Никак. Болеет и грезит Лехой. И маму я сказала, что она, короче, вообще с ума сходит. Это ты мне возьмешь с собой на тусовку какую-нибудь? Ну, тебе же ничего не интересно, кроме твоей золотой медали. Ну, знаешь, мне что, золотая медаль пока что-то как-то не хочется. Пошли. Ну, блин. Неинтересно. Ну, ты понимаешь, для этого нужно немножко выглядеть по-другому. Не, ну, одеться-то я могу. Там, ну, только волосы там в черный цвет я красить не буду, потому что мама вообще... У меня розовая кофточка дома есть. Во, ну, если розовая кофточка... Ну, блин, не знаю. Ну, зайди после школы ко мне, может, что-нибудь тебе дам. Ага. Ну, пойдем сегодня. Круто. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Да. Садитесь. Ой, как давно. Все сегодня здесь? Нет, Королева нет. Епифанов. Он не пришел, да? Ну, я думаю, Илья сегодня не придет, потому что у него мама умерла, ребят. Так что я хочу, чтобы вы какие-то проявили, не знаю, сочувствие, были чуткими. Да, и самое главное, не надо это активно с ним обсуждать. А у Королева? У Епифанова. Блин, она, ну, болела, да. Она же болела, типа, у нее же, ну, типа, же все знали, что она, ну, да. Как бы это же бывает. Ну да, рано или поздно со всеми с нами это происходит. А еще иногда кто-то под машину попадает. Да, ну, хорошо бы, чтобы это было как можно позже, со всеми нами. Так что будьте чуткими, ладно, ребят? Вот, и хорошее вам начало учебной четверти, хорошего. Все, пока. Еще бывает, что какой-нибудь чебурек приедет, короче. Слышь, ты мне будешь говорить, что смешно, что не смешно? Скажу, если надо. Здравствуйте. Здравствуйте. О! Так что, последствия поездки? Хорошо. Поздравляю всех с началом последней в этом году учебной четверти. Садитесь. Давайте для начала определимся, кого у нас нет сегодня. Татьяна Анатольевна, я все-таки не понимаю, почему вы переводите сына из нашей школы? По семейным обстоятельствам. А вы разговаривали с Натальей Николаевной? Нет, нет, я думаю, что не стоит. Нет, это надо обязательно. Светлана Викторовна. Зачем? Я вас действительно... Пожалуйста. Уверяю, что не стоит. Я приглашу. Я вот, ну... Вы понимаете? Нет, подождите, вы должны понять, что это действительно наше сугубо семейное дело. Мы в вашей школе благодарны, мы никаких претензий не имеем, никаких обвинений. Так действительно сложились наши семейные обстоятельства. Вы понимаете, ну вот так просто вот не выдергивает ребенка. Или это происходит запланированно, или действительно по какой-то очень уважительной причине. Да, действительно, уважительная причина есть. Просто я не хочу ее озвучивать. Вот и все. Здрасте, Наталья Харитоновна. Здрасте. Очень странно, мне вот сейчас сказали, у Сережи, у него всегда были нормальные отношения и с классом, и с учениками, с педагогами. Для меня это тоже новость. Для меня это тоже неожиданно. Я прошу вас, подпишите заявление. Я бы не хотела, чтобы у Сережи был пробел в учебе. Хорошо, это ваше право. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Харитоновна. Я думаю, что вашу школу мы никогда не забудем. До свидания. У нас хорошая школа. Да-да, я не против. И вам спасибо, Наталья. Пожалуйста. Николаевна. До свидания. Алло, Пив, привет. Можно тебя на минуточку? Пив, ты чё? Ну, блин, я же не знала. Нет. Блин, Илья, ну, пожалуйста, ну...
хорошо. Просто на самом деле ты многого не знаешь. Ну... Хорошо, я тебя понимаю. Чебурек теперь завязывает. Чувачи, гастинмайтер, давай, бежи. Тихо. Отвали, в чем они у тебя? Прикиньте, Королёва переводит в другую школу. Чего? А что случилось? Да фиг его знает. Мы у него в пятницу были, он ничего не сказал. А сейчас что-то они там из учительской все вышли. Не, мне тоже ничего не говорили. Что, кто? Слышь, Борек, не мелька важно, чтобы Королёв теперь тобой отчитывался. Чего? Того. Чё ты сказала? Че? Сказала, что невелика важно, чтобы Королёв еще перед тобой отчитывался. Тебя как будто во рту что-то. Тебя что-то во рту как будто. Ты говоришь, как будто. Да что ты говоришь? Ничего не понятно. Вы страдаете. Будилова! Будилова! Да! Уйдите отсюда! Тупая, блин! Так, ребята, что такое? Горяев! Горяев, что происходит? Горяев! Горяев! Ну-ка, отпусти девочку. Ты чего это? Какая же она девочка, Валентина Харитоновна? Слушай, ну не умничай, пожалуйста, а? Не умничай. Так, сели все. Горяев, сел. Не кричите, пожалуйста, Валентина Харитоновна. Я не кричу, Горяев, но ты забываешь, что все-таки перед тобой директор школы. Извини. Так, пожалуйста. Сейчас будем писать сочинение. Как я провел каникулы? В том числе, а можно я писать не буду, у меня на лице все написано. Так, можно. Значит, у нас сегодня три темы. Простите, пожалуйста. Виноградова, раздай, пожалуйста, тетрадки. Три темы, да, я вас слушаю. А правда, что Королёва, он типа... О Королёве мы поговорим потом. А разрешите, можно я с Исаевым сяду? Садись, на его с Исаевым. Нет, не а я тебя разрешил. Хватит базар, а? Хватит хорош. Базар. Ладно, иди. Ну, пожалуйста. А блин, ты не обращай на него внимания. Почему? Слышь? Так, тихо. Значит, три темы. Первая тема. Это холстомер. Надо охарактеризовать литературного героя. Где мелкий? Вторая тема. Если бы я был президентом. И третья тема. Мои весенние каникулы. Москва. Суздаль. Владимир. Москва. Понятно? Так, первая тема. Моими духами пользовался. Да, а что? Да нет, ничего. Лёх, когда придет? Через часа три, сказал. Я к этому времени вернусь, а ты пока почитай литературу. Угу. Надо в школу пойти. Хорошо, мам. Привет. Ну, нашла уже. Давай скорее. Ну, потому что три часа, а что? Давай. Пока. Конечно, мы тоже правильно. Горяев, я тебя не за этим туда пересадила, чтобы ты разговаривал с Исаевым. Ну, бормочет, бормочет. Табун? Это метафора современного общества. И поэтому лошади здесь наделены людскими чувствами. Жестокость и доброта, веселье и грусть, зависть и гордость, беспечность молодости и горе старости. Ни одна из тем сочинений мне не нравится и не интересна. Почему у детей никогда не спрашивают, о чем бы они хотели написать сочинение? Я, например, хочу написать сочинение о своих страданиях. Платок есть? Носово. Меня поразила фреска Андрея Рублева. Можно диктанте, «Страшный суд» нет. В Успенском монастыре. На ней нет ничего страшного, но мне почему-то стало страшно. Раньше я видела только его икону «Троица» в Третьяковской галерее. Но мне кажется, я тогда еще ничего не понимала. А сейчас я многое стала понимать.
запретить показывать американские сериалы, в которых показывают насилие и секс, и усилить границы между разными странами. А что смотреть тогда будем? Что? По телеку. Немецкий. Ой. Нет, Антон, все, нет. Нет, не надо перезванивать, нет. Да, я звоню из учительской, да. Все. Все, нет, я не приду, все, давай, все уже. Я непонятным языком. Все, я просто сейчас положу трубку. Да. Все, просто больше не надо, давай, не звонить, ничего. Я не приду, не буду не встречаться, ничего, все. Да, это окончательное решение. Татьяна Андреевна, вы только вы видели, что так все было и не было так. Потому что я прекрасно помню. Я себя, кстати говоря, даже выписывала. Сейчас, подождите, я вам покажу все. Скажите, а что делают, когда ребенок остается без родителей? Не, нужно звонить в органы опеки и попечительства. У меня есть телефон Натальи Николаевны. Надо, да? Я дам. Конечно. Сейчас телефон. Я думаю, что надо звонить, тем более мальчик такой непростой, я бы сказала. Знаете, у простых детей есть и мама, и папа. Слушайте, нельзя же ребенка оставить и предоставить его самому себе. Правильно, да, Наталья Николаевна? Конечно. Давайте пойдем, я к вам сейчас пойду, дадите мне телефон. Пойдемте, Наталья Николаевна, сейчас все, я вам. Спорю в постели с ней скукотища. Закончилась скорость, поперла грязище. Роботы работали, роботы встали. С утра пустырник разбавленный в акваминерале. Об этом не напишут модные журнальчики. На их обложках мальчики, еще те бабоукладчики. Все пойти как культурно и в то же время никак. Я объел такую культуру вместе с Ксюшей Собчак. Привет. Здравствуйте. Привет. Илья, а ты куда? Я к Мише ухожу жить. Подожди, как жить? Что, совсем? Совсем. Звонили из органов опеки, говорили, что надо им поговорить с тобой, со мной. Я же вроде как являюсь твоим опекуном, единственным. Не опекуном, а попечителем. Илья, ты подожди, ты подумай, ты вообще, я не понимаю, что происходит. Вообще, вам лучше уехать. Куда мне уехать? У тебя никого нет здесь. Надя ни с кем не знакомила твоего отца. Значит, я одна вообще у тебя. Нет, вас у меня нет. Слушай, Илья, ты меня прости, пожалуйста, мне придется сказать орган опеки, что ваш Валентин Иванович устраивает притон для несовершеннолетних у себя дома. А я вас просто убью. Послушай, почему ты все время на меня злишься? В чем ты меня обвиняешь? Если вы не зажали наследство дедовское, если вы себе шестерку не купили, там, или девятку, что вы купили? Мать, может быть, жива бы была. Так извини меня, когда нужна была первая операция, вы денег не дали. Да твой покой, да сестра ваша была, между прочим. Да у меня денег не было тогда наличных, Илья, ты послушай. Пойдем. Я же не виновата, мне все оставил отец. Он же болел, понимаешь? Ты что так грубо-то? Да ничего. Что, Королёвую школу брали? Да. Ну что затихли? Входит Ромео, давайте. Да, Ромео. Как высохшая селёдка. На горизонте парус. С добрым утром. Наталья Николаевна, можно я уйду, пожалуйста, мне плохо очень. Разве уж вечер? Мне кажется, заболеваю, просто уж в школу была. А ну, у вас право. Тебе надо имбирь тогда. Подожди, что вы за человек? Имбирь, мед, конечно, забыл. Природа и сударыня ушла. Все, там, иди, беги, только тебе. Любопытно. Громче вы, для кого вообще себе поднос? Сюда, все, мы же здесь вас... Природа и сударыня, он создан себе на посмеяние. Любопытно, но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
Маш, ты тогда почитаешь молодой мистер Ромео, ладно? Будет сейчас мы с ним возьмем. Наталья Николаевна, если давайте я уже буду декорацией заниматься костюмом. Я просто физически не успею. Смотрите, я принесла... Я хочу, чтобы, знаешь, классика, чтобы это было прям вот все такое прям... Чтобы шпага... Да? Кормилице подходите, когда она говорит, что... Не, давайте сейчас о мизансцене буду думать я, ладно? Ну, давайте вы сейчас вот... Не очень неловко. Вы присвойте текст уже сначала, вы послушайте, как вы вообще говорите, какие у вас сутулые горбатые спины. Блин, я не думала, что так больно будет. А во второй раз не больно, наверное же, правда? Ты предлагаешь сейчас повторить? Нет, сейчас не надо. Ну, я вижу, как тебе понравилось. Да мне понравилось, правда, просто я не знала, что больно так. Ладно, просто Ир, больно. Я пойду. Ну, не надо. Ну, подожди, не уходи. Мама. Привет. Я смотрю, ты не одна. Алексей, здравствуйте. И давно вы здесь? 10 минут назад пришел. Прекрасно. Сейчас будем чай пить. Да мы уже пили чай. То есть вы уходите уже? И раньше в таком виде гостей встречаем. Багир, ну что, взяла что-нибудь? Слушай, а типа не видели здесь еще? Никто здесь не собирается? Мы здесь собираемся. Иди сюда! Для кого надо? А? Ищешь кого? Да, ну тоже, типа, ну ладно. Так ответь на вопрос. Ну ладно. Кто собирается, кто нужен? Ну, тоже, короче, а может здесь... быть, а ну их нафиг? Кто? А может быть, с нами выпьем? А потом закусим и еще раз выпьем. Ничего, можно. Есть? Ну так, давай. Сколько здесь что стоит, деда? Что-то у тебя валится все. Денежка не должна остаться, денежка должна в магазин. Помогите бедновски нам! Что упало, то упало. На загрев! Что-то не попало. Меня Вадя зовут. Вадим. Вадим? Да. Тезка, держи пивка. Его тут точно не послать, меня до конца. Меня зовут Багира Ивановна. А это не нужна? Нет, это ты себе оставили. Да ладно, что ты делаешь? По-моему, ты ей понравился. О, хорошо. А вот так вот. На глазки загорелись. А чё Багира? Чё Багира? Смотри, как грациозная. А чё Багира? Ты Багира, а ты кто? Вадик, а? А ты кто? Вадим. Что на тебя похож? Вер, ну блин, ну сколько можно ждать? Что все на башке? Я старалась. Ну, нормально? Сколько ты часов это приделала? Не знаю, ну долго. Путем лопасом, пипец как. Нормально? Нет, правда. А ты вообще как к этой теме-то пришел, скажи мне? А? Ты как вообще пришел к этой теме? Да, короче, у меня брат есть. Подожди, подожди, мне просто интересно. У меня есть брат, но ему, короче, ну он младше, самое. И его хотели выкрасть, эти чурки, короче. Они, ну, реально, вот реально просто там, подъехали к школе и, короче, затащили его в эту самую, ну, все там, машину. Пиздец, что хотели, что знаю, короче. Да ладно, не знаю, брат мой, да, давайте знакомство. Ну, давай. Давай, по-нашему. Давай, не рыси. Давай, Ершовича. Давай. Шлифани. Смотри, змею сейчас убьет. Змею. Смотри, живую змею. Мертвую змею. Мертвую? Смотри, сейчас принёшь пальчик сюда. Давай, втыкай. Да. Дай-ка, где она? Да, блин, ну и это нос. Лучше бы бендяпу с Милфановым позвали. Они пришли, думаешь, ну и чё? Здесь, в Мирилусе как раз. А Пифанова мать умала, ему не тусовок. Урик, знаешь, а ты мог бы в Марло влюбиться? Марло? Да. Нет, попробовал. И чё? Это вообще комната такая. Вообще бешеная, да? Да, да.
Привет! Нам тут... фейс-контроль нужен. Какие люди пришли, а? Надо фейс-контроль ставить нам уже. Точно, точно. Она со мной. Нормально все, пойдем. Ну, привет. Привет. Вера. А теперь с нами. Что? Как? Почему ты не мыла руки? Я не знаю, просто не успела. Но мы помним, что дедушка был с придурью, и за это он посадил ее в башню. И бедная девочка не могла оттуда уйти, пока какой-нибудь принц не спасет ее. Она тосковала одна, ей было одиноко. Множество принцев хотели ее спасти, но всем им не удалось это сделать. Они приходили и только смотрели на нее. А где-то далеко жил мальчик-пастух. Мальчик был необыкновенный. У него было много овец, но самое удивительное то, что он был немой. Он не мог разговаривать, он только играл на флейте для своих овец. Однажды мальчик услышал, когда спал. Сейчас. Когда мальчик спал, пока вот так. Вот. Он услышал, как его отец рассказывает про принцессу. А то, что она, бедная, сидит в башне, горюет, не может видеть ни птичек, которые летают. Что... А? Пусть будет дядя. Ну, похож, в общем, да. Автор сказки тоже присутствует. Да. И она не видела ничего на свете прекрасного. И мальчика это обеспокоило. Что это за пугало очкастое? Это? Ты же хочешь увидеться? Бестриально вообще. Давай, уведу. Все, наверное, банки присосался. Значит, сделай, значит, и идем. Найди и сожги мой потерянный рай. И чё? Но он вообще не отсюда. Он не что-то слабый. Нет, что ли? Нет, он такой красивый, такой сильный. И губы. Это же резвый, ну смотри. Нифига себе, это чудучка. А он что? А он не знает. Он мой любовь вообще ни во что не ставит, так просто пользуется. Но я ради любви на все готова, даже ноги целовать ему. Да блин, любви позора нет. Король, он... Ну, он заколдовал не просто ее, а если бы даже ее выточили, то она бы все равно ни с кем не смогла бы жить. Вот. Но юноша ее любил всем сердцем, его сердце стучалось. СМС-ки писал, наверное. Так, слушай, Илюх. Давайте спать ложиться, а то вы сейчас поругаетесь, мне кажется. Хорошая сказка. Нет, классная сказка. Хорошая, хорошая сказка. А там тигров, вот еще, когда он из леса-то убегает. Да. Да ладно, что ты надулся-то? Мишка, ну ты что, шутки были, перестать. Давайте, ложитесь, правда. Стерите. Вот я сниму это, между прочим, и получу что-нибудь. Кто бы сомневался? Какой-нибудь приз. Ты пустышка на палочке. Поступи сначала. Чего? Разбираться. Пустышка на палочке получит. Тебе надо на режиссуру поступать. Да. На режиссуру вполне. Да. Высший режиссерский курс. Здорово. Снимать. Ой. Понравилось, да? Да, нормально. Точно? Танцуем? Давай. Я тебе еще хотел сказать. Зря ты пришла на эту вечеринку. Нужна ты здесь кому, думаешь, а? Вали отсюда. Здесь никому не нужна, ты не такая, как мы. Тебе здесь вообще нечего делать. Что ты ей сказал? Что, офигели, что ли? Слышь, колючка, вы что, офигели? Ну ты кого приводишь на шпугу? Ну вообще... Она со мной, какая вам разница? Кто она? Да не ящик таких гранит, потому что иди сама в жопу, блин, дура. Вер! Ну чего? Ну что ты ноешь? Что он тебе сказал? Ты сказал, что я живу покер, чтобы мне здесь вообще ничего больше не приходило. Ну блин, дурочка такая, нашла чему мне бежаться. Мне больше не больше сюда приходить. Да меня вообще каждый день унижает, и ничего. Зато в следующий раз не так больно. Можно больше не буду приходить.
Вообще-то место свое нужно завоевывать, понятно? Нормально ты выглядишь? Не плачь, ну блин. Правда, да, нормально.